Мы всегда будем делать все для того, чтобы Вьетнам развивался. Это не только потому, что мы любим вьетнамский народ, это действительно так. Мы с любовью относимся к вашему народу. Но это еще и потому, что это с точки зрения экономики выгодно. Это прагматизм характерен и для нашего народа, и для вьетнамского народа, для наших государств. Это сотрудничество всегда приносило и будет приносить пользу. У нас около 200 миллионов уже товарооборот по году, может быть и больше. Мы полны решимости развивать наше сотрудничество в сфере экономики. Это фундамент наших отношений. Вы знаете наши возможности. Мы будем стремиться к тому, чтобы наши технологии переносить на территорию Вьетнама, создавать там совместные предприятия по производству продуктов машиностроения. Я имею в виду и МТЗ, и МАЗ, и БелАЗ, крупные наши предприятия. Мы готовы с вами сотрудничать по поставкам продуктов питания, минеральных удобрений, что сейчас весьма актуально. А для 100 миллионов вьетнамцев, наверное, это тоже будет нужное направление сотрудничества. Я знаю, что мы там сертификацию некоторых наших продуктов питания проводим. Хотелось бы, чтобы это было более оперативно. А сегодня я хотел бы с вами обсудить перспективы нашего сотрудничества. Думаю, что, как мы и планировали ранее, визит нашего премьер-министра во Вьетнам состоится. И уже там в деталях подробно можно будет обсудить и итоги прошедших лет сотрудничества и перспективе дальнейшего сотрудничества. Я хочу, чтобы вы знали, Вьетнам всегда был нашим другом и таковым останется.